Всем привет! Привет! И мы с Ксюшей очень давно хотели поесть бургеры, и поэтому у нас бургер-челлендж! Ура! Наконец-то бургер-челлендж! Суть этого челленджа заключается в том, что мы с Ксюшей подготовили ингредиенты для нашего бургера. Они все пронумерованы. Мы будем доставать по очереди одну бумажку. Какой номер тут будет, тот ингредиент мы будем добавлять в наш бургер. Вот, и будем делать наши вкусные бургеры. А мы начинаем. Поехали! Ксюш, как ты маленькая, я тебе уступаю, ты не первый. Нет, это я. Не подглядывать. Это один. Ой, мне огурчики попались! Неплохо, кстати, начало. Возьми три огурчика. Я должна наложить на огурчик. Надеюсь, мне повезет. Сгущенка. Кстати, мне сейчас сгущенка попадется. Сгущенка! 4! Сгущенка! А этот огуречек положил. Я не хотела сгущенку. Вот зачем я накаркала? Что это бумажка? Я чуть ли сюда не намазала. Почему мне сгущенка? У меня уже невкусно. Ладно, я немножко намажу. А ложка где? Она впитается и будет нанизу. Так, вот, все, немножко скучно. Она же не испортит вкусный бутерброд. Вот это. Давай, открывай. Я же знаю, что мне попадется майонез. Да, это майонез. Я же угадала майонез. Поэтому... А я хотела кетчуп. А мне сладко, я вот так вернусь. Майонез, майонез, я люблю я майонез, я люблю я майонез. Кстати, мне все сладкое будет попадаться. 3. Вот это, Юль. Чувствую, мне не сладко будет. Хорошо, что мне хотя бы попалась сгущенка, ведь это острый перчик. А я еще мажу. Можно я один положу? Ты должна мазать и даже много. Я вот так разложу его. Ты что, он острый? А ты должна. Все равно это твое задание. Но я пробовала бутерброды с этим. Они были не такие. Ладно, закрой мне. Это маленькая, ты должна закрыть. Ну, размажь ложкой. Майонез ложкой размажь. А то он как лепеха у тебя. Слушай, давай нормально я тебя размажу. Ну, я бумажку выберу. Ты мне размазывай. Так, так, где он? А есть оно хоть? Что? Покажи, что тебе попалось. Лук! Лук! Тебе 13? Да. Да, у нее 13. Да. У меня. Да, вот. А вкусно? На, лучок себе. Тут все деньги. На уже. Хватит, хватит. Все. Теперь мне. Сладкое с острым. У меня упало. У меня 7. Я так. 7. А, у меня салатик. Салатик. Не так уж у меня все и плохо. Мне, если бы не было сгущенки, было бы нормально. Так, а ты ищи 6. 6 ищи. Кому сказал 6? 6 это рыба. Нет, у меня 9, 9. А, 9 у тебя. Фу, мне пока... Ну, зато вкусненько будет. Я туда прям, Маш. Давай побольше. Ты та же. Что? Побольше. Это тебе не враг. Он такой глядит. Тебе побольше сказать, что мне надо. Нет, все. Так, тебе... Подожди, сядь, так что ж не вались. Ты даже. Так, я выбрала. Это был поменьше. Мне 16. Уж помидорчики, у меня не так все плохо идет. Сначала мне была сгущенка, а сейчас у Ксюши все плохо. Так, я так сядь. Я думаю... Помидорчиков мало не бывает. Я вот это достану. Может, мне что мне попадется? Что ж... 11. 11 это сыр, да. Сына. Плавленый такой. Плавленый. Так,
смотреть надо. Она выглядит не самым лучшим. Внутри. Вот так вот и работает. Еще все. Ты так на него не ложи, а то он будет один сыр у тебя. А ты его размашу так по всей булке. Ну, ешь, так чуть ближе. Ты что ты делаешь? Стрясла тут все. Слушай, делай так. Я буду... Я размазалась. Я заранее подберу. О, нет. О, но. Что? Мне рыба попалась. Можно я не все? Мне творожок попался. Не говорите ничего, я не всю. Мне творожок попался, Юль. Мне творожок. Нет, 10. Ложи. Мне творожок попался. На, посмотри. Андрюшин. Андрюшин знает, что мы взяли его творожок. И он тебе обиделся, плачь там. Давай, открывай. Ты же никак открыть не можешь. Со всех сторон пробовала. О, спасибо. Да я тебе позже. Я сама. Побольше. Сижу, творожок ложит. Я выключу вот это. На сердце только фляжку. 8. Что у меня 8? 8. 8? Где 8? Я не вижу 8. 8 это лимон. Это лимон, ребята. Да, честно, гамбургер. О, смотрите, рыбка и наверху лимончик. Прекрасно. Шедевр. У тебя рыбка даже. Ксюша. Давай. У меня, смотрите, какой красивый бутерброд. Просто изыск, смотрите. Я лучше этого. А что? Все, как взяла, Ксюша. Это, все, я взяла. Ты какую взяла? Ты какую взяла? Это. Два мираки! Ребят, напишите мне в комментариях, кто был прав. Ксюша, скажите, что она схалтурила. Напишите мне в комментариях и посмотрим. Вот если напишет, то ты схалтурила. Потому что она сначала взяла одну, посмотрела, а потом... Нет, я лучше другую возьму. Дай мне одну. Ой, упала. Я хочу вкусняшки. Ну, быстро с мармеладкой разделались. А мы? Ну, прям сам плохой еще. Фасоль. Спасибо. Фасоль. Я прикалывалась на Ксюше, что Ксюша фасоль попадет. Ну, куда мне ваши? Мне больше ничего не... Я вот тут сбоку положу. Это... Желтая, желтая вот. А где это? Где это? Подожди, где? Не майонез! Кетчуп! Нет, я не могу. Кетчуп! Кетчуп бывает. Кетчуп. Ой. А мне осталось последнее, это 12. Это яичница. Ну куда мне яичницу ложить? Ну блядь, вы издеваетесь. Вот ты все же, да, у меня сверху прям идеально. А мне куда? Мне так руки нанесли. Да, посмотрите, у меня какие-то... Сугара, все, салат какой-то. Шедевр. Ой, я назову это зонтик. Давай, закрываем. Все, все кончилось. Так. Ой, я не думала, что у меня такой бутерброд будет, когда мы начинаем. Протек. Давай на раз, два, три пробуй. Закрывай. Сейчас. А зачем ты майонезом еще добавила? Вчера твой майонез был? Да, мы. Пять он был. Она кетчуп сделала. А он протек у меня. Йо, мой гамбургер протек. А все, давай пробовать. Раз. Я не хочу идти. Раз, два. Это шедевр. Чувствуется яйцо. Всего понемножку.
Мне понравилось. Записывайте рецепт. Вкусняшка. Я тебя такого не ожидала. Я вкусняшка. Фу, я не хочу острое. Моя яичка. Это мармеладка торчит. У меня все выпало. Смотрите, мармеладка достаю. Я мармеладку. Наконец-то этот челлендж закончился. Сначала мне показалось, что мой бургер, он вкусный. Потому что я не все укусила. А когда я добралась до начинки, которые самое основное, где середина, где я все клала. Мне показалось, что я хуже в мире ничего не пробовала. Что это такая? Я просто сразу выпрыгнула. Мне попался вот этот перец. Знаете, какой он острый? Это как перец чили. Только поострее, мне даже кажется. И он мне попался. Вместе еще со сладкой сгущенкой, с лимоном, еще вот с этой рыбой. Мне мерзкий попал. А у Ксюши я попробовала это тоже. Нет, у меня постоянно. Кичунес, как его называют. Мне повкуснее. Он весь перемазался в этом мармеладе. Короче, у Ксюши прям тоже там. Нет, у меня повкуснее. Я даже не знаю такого. Ты свой не пробовала, ты мармеладки выковыривала. А мой ты тоже не пробовала. Мне кажется, я даже не знаю, чей вкуснее получился. Мне кажется, у обоих. Поэтому лучше сделать по обычному рецепту. Как обещала, в конце видео приветы. Передаю приветы тем, кто сделал репост в моей группе ВКонтакте. Софии Сидорук, Ульяне Снегирёвой и Олегу Сорокину. Спасибо большое за репост. Также передаю приветы Кате Тарасенко. Передаю привет Насте Ивановой. Твой комментарий просто супер. Мне очень понравился. Диане, Милане Винтер, Ане Вейс, Кристинке Апельсинке, Вероничке, Чиншиле Сане, Ангелинке Малинке, Друзья ТВ, Насте Кэт, Кири Лав, Нямочки ТВ, Динари и Маталиевой. У тебя, кстати, тоже комментарий был супер. Мне очень понравилось. Ну все, ребят, пока. До следующего видео.